Так, и плюс еще жаркая погода повлияла на то движение, которое хотелось бы. Повторюсь, что разрушать легче. Мы знали, что Николаев отойдет от обороны, будут искать нас на контратаках. Они просматривали команду. Тем более ребят предупреждали, что очень тяжелое положение у команды Николаев в плане турнирной таблицы, что будут биться, кусаться. Вы видели, что они отдавались полностью. Ну и мы опять, как говорится, закаляемся, как сталь, в плане в том, что играли до конца, вне зависимости, сколько оставалось минут, все-таки забили мяч, те напряжения, которое было, все равно повлияло на исход, заработали пенальти, забили, довели игру до конца. Большое спасибо, будем продолжать готовиться дальше. Пожалуйста, еще есть вопросы? Ну, такой вопрос не по матчу. Вы же играли и были тренером в нашем городе. Вот запоминания, насколько они важны для вас? И вот этот период... Ну, я могу сказать, даже когда играли, было немножко легче, но когда я уже возглавлял и Севастополь, очень неудобный соперник, мы боялись. Вот знаете, есть команда, которая неудобна для Севастополя. Это Николаев. Не знаю, почему, как оно складывается, в каких этих самых... Мы очень боялись за эту игру. Честно, мы не давали возможность нашим игрокам передать этот самый, как говорится, настраивали их только на победу, но по статистике той, которая есть, нам очень сложно играть с Николаем, очень сложно. Ну вот если Николаев вдруг, не дай бог, конечно, очутится там, где он был в прошлом году, и в этом будет, кстати, в кавычках ваша заслуга, потому что вы боялись за очки очень нужны. Ну, я понял, что вы хотите сказать. Давайте искать не в Севастополе, давайте искать раньше. Вы, знаете, мы в такой ситуации говорим, не там Николаев ищет потерю очей. Не с лидерами, а нет, там кто там, хочу, вот я там. Вас, я вас не закончил, я хочу... Да я вам ответил на ваш вопрос. Если мы опять вернемся в вторую лигу, все-таки в Николаеве провели несколько лет, скажем так. В качестве игрока, в качестве тренера. Я без комментариев оставлю этот вопрос. Спасибо. Мог выиграть Севастополь, могли выиграть мы. Пенальти я не хочу даже ничего говорить, потому что у нас в каждой игре то удаление, то еще что-то. Понятно, что пока мы не будем финансово стоять нормально на ногах, у нас будут эти проблемы до конца чемпионата. И я... Ну, что еще, если к игре вернуться, могли они забивать, могли мы, и в принципе, я думаю, что это ничейная игра, вот. Главное, что как бы, люди старались, было жарковато чуть-чуть, и пытались играть в футбол, хотя было очень душно, потому что там внизу, там, как бы, в котловане, я даже сам стоял, было очень тяжело там находиться. Вот. Ну и где-то, я думаю, не хватает нам чуть везения еще. Вроде бы уже начали бегать, начали что-то делать на футбольном поле, как-то пытаться играть, но где-то везения еще нет. Саня, все-таки сегодня, судя по тому, что насыщенная была оборона, и Бакчук еще в первом тайме начал тянуть время, ничейный результат вполне был устроен в вашем плане. Он был по большому счету, он бы устроил. Ну, мы специально на игру сделали такую схему. У нас как бы крайние полузащитники должны были выполнять роль нападающих. Если помните, при Советском Союзе, когда было три нападающих, два крайних и один в центре, вот они должны были роль выполнять. Как бы не всегда у них получалось это, потому что было тяжело, жарко. Ну, а расположение было такое, да, как бы... Значит, от обороны. И, в принципе, моменты появлялись, и их надо было просто где-то реализовать, может. Я насчитал по протоколу вот сразу точно 5 человек, которые в разное время играли в Севастополе. В частности, Пацук сегодня впервые появился на поле. Это как-то связано с тем, что
именно с Севастополем сегодня играть? Ну, у нас, в принципе, два равноценных вратаря. Вот, и мы решили как бы первую часть этого круга дать возможность. Чуваев он был где-то чуть сильнее. А вторую часть чемпионата, не чемпионата, круга дать возможность, потому что внутри, в принципе, одинаково. Ну и плюс еще это его команда, он как бы там был, и, наверное, я думаю, желание было доказать где-то, может, и предшествовало. Может, не стоило ему бежать на практически окончание штрафной и там играть в подкате, потому что в подкате это опасно. Гудзикевич провел под руководством Пучкова более 100 матчей. Вы с ним как-то консультировались, может быть, даже перед тем, как команду заставляли структурировать? Ну, мы Севастополь видели и помним, когда мы там играли. Вот. Ну, и, в принципе, знали, как они... Ну, вообще знакомая нам команда, как бы, в принципе, там ничего такого, чтобы что-то было в секрете, не было ничего. И, в принципе, можно играть, и... Ну, опять же, Витя, чуть, может, нам уже со следующей рынок есть еще. Спасибо. Ну, и еще последний вопрос по игрокам. Кого вот сегодня вы можете выделить в своей команде? У нас? Да. Ну, такой, чтобы не надоедал, чтобы не постоянно, то я думаю, что это Черный. Почему? Ну, неплохо. Он как раз пытался как-то связать линию обороны, линию атаки. И старался, и в принципе отработал неплохо, находился практически во всех точках футбольного поля, и на фланге, и в середине, хотя он играл опорного полузащитника. Ну тогда уже, может, и у Севастополя кого бы выделили, кого бы, может, хотели видеть в своей команде. Ну, в принципе, нападающие у вас как бы забивные. Хотелось бы нападающих забивных, потому что у нас как бы нападающих вроде много, на сборах забивали, каждый забивал. По 5-6 голов забили за зиму, а сейчас не идет ни у кого. У меня же такие мысли были выпустить Витю Барку, которому там 18-20 лет. Может, у него где-то, хоть он забьет, потому что если даже поставить пенек у вратарской площадки, от него залетит за чемпионат пару голов, потому что он там стоит, а надо находиться. Спасибо. Спасибо.